9 мая у нас. В России его готовятся отмечать. И по всей стране расклеили символы Z. Z как якобы символ силы русской армии. А вот мы видим бортовой номер вертолета. Z-ку. Военно-космические силы России. Подходит к вам. В селе, на поле. И здесь мы понимаем, что Z это совсем никакой не символ победы. Z это символ подлости. Z это символ жестокости. Z это олицетворение той армии, которая убивает мирное население, насилует, грабит, мародерит. И еще. Z это символ армии, которая воюет по старым советским учебникам. И думает, что огромное количество людей, бронетехники, колонны, которые идут. И невероятное количество живой силы, которую никто не жалеет, что это залог победы. Но полномасштабное вторжение России в Украину доказало, что сила не у того, у кого много людей и много ракет. Сила у того, у кого, прежде всего, боевой дух, настрой и смекалка, воля к победе, интеллект, умение пользоваться технологиями. И даже не имея много вертолетов, много истребителей и мощных ракет, можно побеждать врага, который, казалось бы, в мощном вооружении превосходит, но он не мотивирован, и он действует по шаблонам, старым, устаревшим шаблонам. Вооружившись дронами, включив голову, можно одерживать победу на поле боя. И вот таких вертолетов в украинских селах валяется много, и истребителей российских.